В детских садах отопление начали подключать 21 сентября. На сегодняшний день тепло уже подано во все учреждения. Еще недели две систему отопления будут регулировать, чтобы наладить бесперебойную подачу. С этой недели батареи отопления оживут в общеобразовательных школах. В квартирах же домов потеплеет, как только среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней составит плюс 8 градусов. Произойдет это, предположительно, в конце сентября – начале октября.